Здравствуйте, уважаемые едоки! Сегодня мы с вами попробуем суши сяки. Сяки — это с лососем. Открываем нашу сушницу. Эти суши мы взяли в суши-стор. И любопытный факт, кстати, в суши-стор кладут вместе с палочками для суши зубочистку. Очень мило, первый раз такое вижу. Вот, правда, палочки, конечно, ну, одноразовые, что поделаешь. Все супер. Так, давайте пробовать сушу сяку. Вот так вот она выглядит. Сейчас я получше возьму. Такая жирненькая. Такая жирненькая. Даже с хвостичком, с приплюснутым. То есть лососи прям даже вот прям больше, чем надо. Ну, в Японии нам так делали всегда. Да, в Японии никак. Слушай, она даже не влезает в эту штуку. Какая жирненькая сушка. Молодец. Кенса, ты все накрошила. Что это такое? Никак сживать не может. Я хотела тебе половину оставить, не могу. Ну, доедай всю. Котище. Ложи у меня. Ешь. Да ешь уже. Хочу. Да ешь, ладно, так и быть. Да ешь, доедай. Ладно, тебе. Короче, это было непросто. Короче, что хочу сказать. Лосось кусается тяжело. Рис вкусный. Лосося много. Но почему его так сложно откусить, чтобы поделиться с вашим парнем вашей сушей? Вот, такой минус этой суши есть глобальный. А так вкусно. И, кстати, я заметила любопытный факт, что лосось абсолютно не соленый. Иногда бывает в суши кладут соленый лосось или слабо соленый лосось. Вот этот лосось, он просто абсолютно нейтральный. То есть, вот, ноль соли, вот так. Очень необычно. То есть, ты как бы жуешь и так, думаешь, прикольно. Вкус рыбы чувствуется, а не вкус соли. Фу, я ж устала. Спасибо за внимание, друзья. Напишите в комментариях, какие суши вы любите. Я больше всего люблю... Ну, так бы поставила, может быть, им и 8,5 баллов, но поставлю 7,5 за то, что не смогла откусить. Это твой же проблем. Ну что, мой косяк, но балл сниму. Объективно. Ну что же, друзья, пишите в комментариях, какие суши вы заказываете. Я всегда заказываю суши с лососем. Это мои любимые. Вот. Такие я бы еще себе взяла запросто, 10 штук. Спасибо за внимание, еще увидимся, пока.